Привет, ребята. Здравствуйте, с вами Братуха, это игра Воробоц. К нам в квартиру залетела муха через балкон. Большая такая, быстро летает. Бомбовоз. Таня взяла детскую простынку, ну, для куклы, и ходит следом за мухой и пытается ее поймать. Это, ребята, смешно. Ну, а мы продолжаем. 28 миллионов у Братухи, 9409 голды, 19,5 миллионов требуют за... Плюс 32 урона на пульсар. МК2 улучшит до 9 уровня. Тратим. Мы его сейчас тратим. И больше у нас не останется серебра. Вообще. Вообще. Также у нас тут еще интересно. Надо смотреть рекламу. То есть один бесплатный билет нам не дают. Все, пошли в жопу. Надо смотреть рекламу. Да, бесплатно вам. Только сыр в мышеловке. Смотрите рекламу. И пытайтесь заработать 200 голды. Что у нас по заданиям? По заданиям у нас тут, значит, ежедневные задания, ежедневные что-то тут у нас. Ага, значит, у нас тут маяки, да, надо захватить маяки. В принципе, и еще у нас есть такая вот фигуля, как проверить, крутануть однорукого бандита. Так, крутанули однорукого бандита, дали 600 тысяч. Обалдеть, сегодня щедро, на 100 тысяч больше, чем раньше. Но на 400 тысяч больше, чем вчера. Ну, давайте пойдем купим бустеры и пойдем в атаку захватывать маяки, потому что думаю, что сегодня сейчас маяки захвачу, у нас будет дополнительное какое-то задание. Охотничьи угодья, билетов ноль, хрен там тебе, а не билеты, да. Ну, бывает, бывает, что, ребята, бывает такое все. Ну, охотничьи билеты за рекламу я смотреть не буду. А вот, бесплатно не дают, за рекламу тоже смотреть не хочу. Карта Рим, старт боя через 4 секунды, орочи берем и один маячок захватываем, задание пройдено. Видим, у противника один херпи, один широёб, один орочи, нихуя. Вот это да, вот это закоммунитили, блядь, маяка, братуки. Даже не спросили, как зовут, ёпты. Это у нас хуйня с кривометами, вот, оп, вышла из сумрака и сразу ушла со щитом. Да, а попробуйте ее убить, вот она, все, выжигает моего робота за считанную секунду, а сама урона не получает. Соответственно, что нужно делать? Нужно уходить, то есть смысла уже нет, да, и вообще тут, как говорится, на орочи играть. Играет, наверное, на орочи только одни дебилы теперь, братуха, да. Вот, потому что другого нечего поставить, все, бля, понятно. На дробашах тут один зеленый утырок прискакал. Чувствую, нам в этом бою дадут пиздюлей. Вот просто смотришь даже и удивляешься на это ваша работа. Ходит себе, блядь, пешком. Даже кататься не хочет. Ну ничего, покатается. Забился в угол, там тебе и место. Шаработа, место в углу. Ну ничего, он сейчас выкатится и будет пытаться отжать у меня маяк. Я маяк уже захватил. Отдаю ему маяк. Вот, а теперь пытаюсь его убить. Не знаю, насколько у меня получится его убить. Да, мы его убили, но это, наверное, не я убил. Тем самым я захватываю еще один маяк. Так, и далее. Здесь мне идет поддержка от Херпи. Херпи меня, братуху, поддерживает. Чужой, наш Херпи голубой, но поддерживает. Получила какой-то унизительный удар по поясу, ниже пояса или по яйцам. Меня застанили, но у Араваны есть... О, муха полетела, видели? Топ-кадр нажмите и познакомьтесь. Это новый... Обалдеть, сейчас, блядь, такую жопу получу, сука. Хочу его догнать. Для этого нужно перезарядить спухи. Боится парень, сыкует, вижу, как ебальник дергается, глаз подмигивает. Но нихуя, отправляем его на помойку. Да, там ему и место, там еще, кстати, у нас титан, титан с лучиками, блядь. Лучики вообще охуенные, выжигают за секунду, если спрятаться не успел. Помнится, удар целый, блядь, сейчас будет нанесен, еще и орионом, в общем, полный пиздец. Обложили по... Ой, бляха, муха, это вообще просто какая-то катастрофа ходячая. Тут целый минус, блядь, на меня прискакал, я забился в угол, как котенок, блядь, и получаю пиздюлей, так же еще и умираю. Потому что там... За угол хоть прячься, хоть не прячься. Синдеры достанут и убьют. Обалдеть. Вот у нас еще один парень падает, смотрите. Пиздык. Выжил? Нет, умер. Как он падает, посмотрите, красиво. Отпружинивает, видите? Резиновые. Это не робот, вы думаете, это металлический робот? Нихуя у него клешня. Вот это, блядь, что за робот такой? Страшное ебало, вот это копыта. Ты ногти, бля, пробовал стричь? Нихуя, хуя себе. Вот, так что вот так вот, ребята. Так, сейчас мой дрон 600 метров, кстати. Пытается запиздить китайца из Чина Манчина Мантуна, блядь, тот ускакал. О, хорошая идея, включаю сейчас аптечку. Дополнительно дрон дает 70% урона, и пилот понимает, что надо съебаться. Пока пилот съебывает, у нас остатки боезапасов вкладываем в какого-то хуй пойми. Дальше садимся, перезаряжаем оружие, выстреливая по мирному населению. Ну так как, блядь, у нас нет кнопки перезарядки, приходится стрелять по мирным городам. Отличный вариант, да, мне нравится, вообще пиздец. Игра в Воробоц рулит, ребята, на самом деле. Китаец идет в атаку, контратака. Но отпрыгивает, трус. Так, другой говорит, я пойду, блядь, прыгать вперед в атаку.
Вот, мне, говорит, ничего не чуждо, блядь, я опять его исполняю. Ух ты, у меня человек выстругали мне этот щит. Сейчас, так, давайте приземлимся. Зацепимся пухами. Это щита не читерство, ибо пушки действительно выпирают из корпуса. И сейчас будет нанесен по мне удар, а птичка не работает. И коррозия доебенила меня до ластенда. Вообще, это полная жопа, блядь. Хоть виси, хоть не виси, все равно пизда тебе, братуха. Квен Мелли. Обалдеть. Залетели и пытаемся нанести урон. Наносим ему урон или себе? Себе. Больше, наверное, себе. Давайте, мы все равно сдохли. Супер удар у него, вот эти лучики. Опа. И вот, видите, удар на нам. Орион. Он нанесли удар. Так бы все равно бы Орион бы нанесли бы по нам. Мы идем вровень. Я, честно говоря, думал, что мы будем всасывать. Железно всасывать. Парнишка говорит, я там, блядь, что-то там. Я спрячусь, что-то там. И его доебали. Просто взяли, телепортнулся парень. И зачпокал его нахер до смерти, блядь. Гениально. Это Ревенант, ребята. Да, знакомьтесь. Ревенанты, они такие, да, шустрые. А, так, теперь надо вот этого хуя убить. Китаец там. Китаец все уходит от прямого конфликта. Видите, пушки мне, блядь, вылечивают, это убивает. Так, значит, давайте тогда похуярим хоть по кому-то, да? Я не знаю, потому что... О, давайте хоть по этому похерачим. Вот, потому что нам нужно отскочить и чуть-чуть подлечиться. Буду защищать, принял решение, буду защищать этот маяк. Опа, телепортажка нехеровая такая. Брос, кстати, там забирает у нас. Сейчас пересрутся вот эти все. Буду получать пиздюлей. Опа, по мне сейчас будет нанесен гиперудар. Одноразовый. О, еще из города обстреливают, блядь, дальнобойщики. Че этот парень хочет, непонятно. Но где-то мои голубые товарищи потерялись. Ибо я что-то тут испытываю какой-то дискомфорт. Хуятус. Убиваем Шрейдера, блядь. Или Шрешела. И нихуя себе, вы посмотрите, что происходит. Парнишка такой, нифига поверил в себя, блядь. Поверь в мечту, иди ты слейся на базу мою. А, блядь, я испугался, ребята, верните обратно мне щит. Сука, я сам себя вылечил и обосрался, блядь, думал, на меня напал Орион, ебать, я такое вы... Только в игре Воробос такое бывает. О, наконец-то, отпиздили китайца. Китайцу, блядь, пришел пиздец. Ну, соответственно, роботов ни у кого летающих нет. Братуха, чувствую тебя королем. Я король. У меня есть три жены. Брам-брам-брам. Выскакиваем и ищем самое слабое звено, блядь. Вот то. Вот то самое слабое звено. Так, кого еще? Вот это тоже слабое звено. Отлично, прям. У-у-у! Толкаемся и победа. Вот так. Стоило китайца и выпилить, и мы победили. Вот шикарный бой. Шикарный бой, он равномерно шел, а потом противник сдал. Но у меня вот шестое место, обратите внимание. Играл очень плохо. 1200 очков чести. Пиздец, играл очень плохо. Вот, и из-за этого я на шестом месте. Пизда. Сколько мне дали там? Ноль. Прогресс ноль. То есть я старался. Я пыхтел. 4 маяка забрал. 3 убил. 2 900 набил, блядь. И мне дали ноль? Разрабы, вы, блядь, чё там? Кирпичи, что ли, едите? Сука. А? Чё мне ноль-то дали? Я вроде в победоносной команде. На шестом хотя бы месте. Ну, блядь, 3-4. Я же мне 0-0. Сука, вот, например, у меня убито больше, чем у этого, блядь. Маяков, сука, больше, чем у этого. Дамага, дамага. А, дамага больше, чем у этого, и чуть меньше, чем у этого. Чё за несправедливость, блядь, такая? Что за Талкин Воробоц? В новом эпизоде Талкин Воробоц к Сира и Тандер Райкер смотрят концепты роботов детей и их родителей. А, у меня уже есть этот видеоролик на канале, так что, ребята, заходите, смотрите. Режим превосходства, второй бой, вперед на смерть. Пиздец, 6-е место дали. Дрался как лев, блядь, 6-е место. Ну чё, зайка, поймала муку? Зайка ловит простыню и мушку. Лови. Бегает по квартире, муху ловит. Обалдеть просто. Такая большая залетела, знаете, такая деревенская большая муха. Я не знаю, я в деревне такие видел. Которые говно ели. Или молоко, блядь. В общем, летали такие большие бомбовозы. Не, говно это... Я видел говновозы, говнолеты. У них жопы вроде золотые были, блядь. Мы угорали. А это... Большие вот эти вот, я не знаю, это не навозные, это какие-то другие. Обалдеть, блядь. И вот так, в принципе, выживаешь, чтобы робота не сразу слить, да? Из-за этого ты как бы теряешь первое место. Потому что урона с булькин хуй.
парня Зевса, поаплодируем пацану. Парень поставил Зевса на короче. Гениальный ход. Куда-то парень телепортируется, или просто сыграла такая... Ух ты, ебать, колотить! У этого парня есть глазик. И... Я, блядь! Молодец, братуха. Включил Арес. Ох, блядь. Арес включил свою хуйню. О, тут у нас... Так, Арес должен пройти этот щит. Вот. И вышел Арес на смертельную свою дистанцию. Хуя, блядь, меня состригли! Японский пиздолец, блядь. Вот это да, как так-то нахуй, а? Взяли меня и... Просто отутюжили, блядь. Ну, не знаю, сожгли моментально. Такой, сейчас думаю, там накажу Ареса. Хуй, думаю, не получилось. О, парень выходит на тропу войны. Арес этот... И есть возможность его отпиздить. Вопрос, что он будет делать? Опять звать своих друзей, салага, или сдохнет все-таки? Сдохнет, нормально. Меня такой, в принципе, сценарий устраивает. Этот, походу, только что приземлился. Ластенда у него нет, есть возможность его допиздить. Будет ли он допижен? Да, будет. Нормально. Так, что это мне тут справа туда опуливает? Злый день писюкаты. Так, злый день писюкаты опуливает. Это тоже Шел, да? Тоже какой-то интересный хлопец, блядь. 320 метров. Почуял безнаказанность. Сейчас ёбнем хлопца. Готово, нахуй. Хлопцов ебашим, только пирожки клепай, ёпта. Опа, сбежали. Нихуёво, братуха, вот это тактик, мэн. Вот это да, блядь, даже от кривомеров съебывает. Вот это пиздец, братуха, герой. Давай, садись, я тебя шлепну. Обожаю таких придурков, блядь. Только побольше бы таких идиотов в игре. Пиздец, я бы только одни бы гудлайки бы делал. Японский, блядь, городовой, ребят, серьезно. Нет, ну, то, что там вот херпи сейчас толпой на меня окрысились, блядь. Это, сука, ну, чести им не делает. Сейчас уйдет суперудар по братухе, братуха лечится, там, умирает, нахуй. Давайте минуса возьмем. Пиздец, серф в толпу полезем, потому что... Я там, блядь, выживал, как-то прятался, да? И на последнем месте. Сейчас все вперед в толпу, на смерть. Обожаю роботов, которых нету ластенда и вообще вот этих крутых модулей. О, блядь, утырок. Такой же, как я, в принципе. Ой, надо отойти. Нормально. Пол робота ему снесли. Вот, из кислотки выйдем. У нас перезарядка оружия. А там Орочи, блядь, просто на кукан насадил хуем. Мистер Андерсон, давно не видели, добрый вечер, блядь. Мистер Андерсон, блядь, хуем уебашил Орочи на Лучидоре. Вам нужно прятаться, братанчик, блядь, иначе вы сдохнете, ёпта. Бегите, бегите, блядь, эта стена, она неподвижна. Бегите в другую сторону, блядь. Сука, бывает за люди в Голливуде. Все, ребята, попиздил, отпиздил всех, победа. Ща, блядь, опять шестое место дадут. Вот, в воду, блядь, смотрю, ну. Сука, прямо вот цыгане под окном орут. Первое место, ну, слава яйцам. 530 тысяч серебра мне дали, при том без прем-аккаунта и без бустеров на увеличение. 530 тысяч серебра. Вот так, 2600 очков чести. Вот она полезность команде. 4 маяка почти больше всех, кстати, интересно. Дали ли мне топ-1 по маякам? Да, топ-1 по маякам, там 4-4. Но по лечению мне нихуя не дали. Вот, топ-1 по маякам и топ-1 по киллам, топ-1 по урону. Ну, видимо, слабая у меня лига, сейчас посмотрю, 4960. По сути, наверное, кто-то скажет, что это и есть братухина лига, по сути. Вот, типа, в чемпион лиге там играют совсем прокачанные гондурасы, и к ним подниматься, постоянно на шестое место напарываться. Сейчас, ребята, отпиздим всех и вся. Прям нифига я там, я почуял себя богом в этом бою, ебать. Серьёзно. Я в игре вот очень часто себя богом чувствовал, когда бегал всех, пиздил, прям нагибал всех. Ну, не так, как эти недоблогеры, которые на ноу-хау, на всем подряд, на новом, вернее, на новом вооружении, в МК-4, в МК-8, все заточено, пилоты, все. Вот, они бегают и убивают народ пачками, хвастаются там 30 миллионами дамагами, 30 фрагами, блядь, выебываются как пса на гребешке, играя в маленькой лиге, блядь, делая из себя идиота и клоуна. Так что, нет, ребята, все чисто, блядь. На скеле. Ну, тут, видите, тут я выстрелил всю обойму в него. А ему похуй. То ли захуй ему, то ли похуй. Вот серьезно, и все. Достанил и убил нахуй. А я что? А я все, кончился. Есть такой вариант убить этого молокососа, блядь. И захватить маячок, пока тот дурачок сидит там наверху. И, не, он бодается с пилотом Кириллом вроде бы.
Сейчас по мне кривометы придут. Хотят бить кривометы, но не получается. 560 метров, хотя мог меня отпиздить. 560 метров. Уже пытался по мне попасть. А, у него какие-то, блядь, даже пуговки непонятные. Может, на 600 метров будет. Вот это точно, блядь, кривометоч. Залетывает, блядь, ребята, только за воротник, нахуй. Только глаза закрывай, рот открывай. Навалит по-профессиональному, блядь. Типа я профи, навалю вам в кофе, ёха. Нормально. Хотя, по сути, играть не умеет, ибо просто пушки топовые, и все. Вот так, нахуй, их наказывать надо. Что у нас с этим персонажем? Этот персонаж у нас, в принципе, говноед. Тоже ходит, блядь, танк. Жрет аптечки, блядь, и на музыкальном оружии. По сути, тоже нихуя не топчик. Только за счет жирного робота и тащит. Вот. А по килу вообще лох-лохом. Даже догнать не может. Японский пиздец. Ну, сука, там еще и толпой убили меня сзади. Ну, такое тоже бывает, в принципе. Маяки парни там наши держат, блядь, и все. Больше наши нихуя не держат. Пытаемся Тобико завалить. Даже, думаю, поближе подлететь. Потому что, ну, сука, еще и коррозия его должна выебать моя. Коррозия моя не выебала, зато Кузука на хухуяка какой-то вскочил, блядь, и тоже пытается меня отпиздить, что в принципе запросто удастся, потому что все, я умер. Нет, я жив, блядь, жив. Кирилл, блядь, дай мне аптечку, наложи мне жгут на шею, блядь, иди сюда, братан. Возьмем аптечку. Кирилл нам подбросил аптечку и надаем пиздюлей Тобику. А у Тобика, блядь, как у самого, сука, гондона. Пушки, блядь, которые выкладывают, прицел сбивает, плюс еще глаз сраный. Сука, ну такое тоже бывает, в принципе, блядь. Он прицел сбил, видали, блядь? Ну и продолжает, блядь, урон охуенный наносить. Мне перезарядка нужна. Кузука, ну хуяки! Сейчас пытается маяк захватить, наверное, да? А хуяки тут ходят, смотрите. Тубико ходит. Ага, блядь. Да, завалим его, нахуй, пинками под жопу, блядь. Вот так. Шоколадно. Дальше подбросим пацанам тут нахуй, как говорится, вот этого, фух, ебать колотить тут. Тут брат, братеныч, кориданцена. Ёб твою мековку. Хуя, блядь, он пытается съесть нашего парня, а там еще, сука, гондоны, блядь, смотрите. Летчики, блядь. Все, завалили, хули, никуда не спрятаться. Да, блядь, дальнобойщики еще и летают пожизненно, вообще никогда не садятся. Ну а тоже, я в свое время этих гондонов тоже, блядь, за роботов не считал, игроками не называл. Потому что вот они на другунах висели, блядь, вот так вот, и любого робота выпиливали, блядь, абсолютно. Вот. Ну, от мозгов, конечно, блядь, от своих, они-то не виноваты, блядь, в принципе. Это разработчики все время подталкивают на ношение, блядь, в ангаре говна всякого, которое честно играть не умеет, лоб в лоб, блядь. Вот, пытаемся захватить маячок, блядь, пока у этого перезарядка, хотя бы в нейтральное положение. О, блядь, я надо съебал. Так, и будем в задницу накладывать вот этому Кингу, Криданецу, блядь. А потом, если что, давайте телепортнемся, потому что тут уже накладывать некуда. Телепортнулись и закинули рваных хпшечек лишних. Тубико, блядь, на маленьком ангарчике. Ну, сука, смотрите, блядь, что делает гондон. Вот так, блядь, сейчас будет супер удары, пиздец, накладываться. Меня еще что-то подлечивает. Так, до ластенда меня довели. Ноги мне заморозили, походу. Да, сейчас титановые дальнобойщики, блядь, не повезло нам. Ну, слава яйцам, одного гондона слили. Ну, давайте телепортнемся тогда, блядь. Защитим, еще подлечим и щитом защитим. Тут он, блядь, летает, нахуй. Почувствовал себя, блядь, неубиваемым. Что за хуй тут у нас? Неубиваемый. Кстати, там его прикрывает какая-то хуйня подзалупная, блядь. Еще с кривометами Тубико, блядь, летает. В общем, ребята, надо держаться до последнего, но это очень, блядь, наш из инвиза. Ну вот надо защищать нашего. Сейчас телепортуюсь. Все, телепортировался. Блядь, зажал меня между своими, блядь, булками. По сути, шел сюда, приперся, блядь, пинается. Тут такая куча мала, сука, винегрет, блядь. Голубой, синий, красный. Заебашили братуху, остался на пульсарах. Тоже нормально, блядь. А что нормального? Надо выяснять место, где пиздатое. И убивать противников, нахер. Так, сейчас попробуем брателлу, блядь, с клана брателла закошмарить. О, чтобы он не подошел. Стой, блядь, я отдыхаю, ёпта. Цилиндр, блядь, туши свой. Пердачело сгорело у пацана, бывает такое. Хуяк, запарализовали потока и сожгли его нахрен своими пульсарами. Прямо дыч нахуй. Притом, обратите внимание, пульсары у меня на 600 метров, а я не прячусь, как всякая лошара ебаная где-то там. Да, я вперед иду, ребят. Бля, ну это же дурак, братуха. Пули, хуяк, вообще красота, ребята.
Обалдеть, обалдеть. Вот это бой. Битва богов. Сука, победили. Вообще гениально играет братуха. Кто с братухой согласен, поставьте обязательно лайк. Лайки 417 тысяч. Сейчас попробуем превратить еще за рекламу. Место встречи ВК, ребята. Так что давайте, кто в ВК еще не подключился группе Варобац 18+, то давайте, ребята, быстрее подключайтесь. Я возвращу вас. Вот, так что группа, ребята, 18+, ВК. Заходите, будем рады. Что у нас тут дальше? Дальше у нас тут 4 лямчика, 400, 441, 796, да, 625 серебришка дали, 2000 очков чести, я на третьем месте. Ну, печально, короче, но все равно не на последнем, тоже хорошо, да. Вот такой бой, ребята, был, обалдеть. Я думаю, хватит, 26 минут, нормальные бои, я думаю, вам понравилось, бля. Лично мне понравилось, я вот сейчас сыграл все бои в удовольствие. Серьезно, бля, клянусь, все бои в удовольствие сыграл, даже кремометы слишком сильно не забесили. Вот, блин, вот всегда бы так. Всегда бы играть в любимую игру с удовольствием. Всем удачи, до свидания, с вами был Братуха, пока-пока.